100 английских конструкций, часть 22, и мы с вами разберем конструкцию may have. Что это такое, что это означает? Мы с вами говорили про may. May означает возможно. Когда мы говорим, например, о будущем времени. Возможно, я это сделаю. I may do it. I may do it. Там, возможно, я пойду на вечеринку. I may come. I may come to the party. I may come to the party. То есть здесь may аналог maybe. То есть можно сказать maybe. I'll do it. I'll сокращенно от I will. Maybe I'll do it. Or maybe. Or maybe. I'll come to the party. Maybe I'll come to the party. И так можно. Что такое may have? К примеру, разберем такое предложение. I may have. Возможно, у меня будет. I may have a good job. Ну, кто-то так, например, думает, что кого-то, ну, допустим, работа не очень, он хочет найти. Он говорит, возможно, у меня будет хорошая работа. I may have a good job. Далее. I may have, там, возможно, у меня будет. I may have a house. Возможно, у меня будет дом где-то в Испании, там, somewhere. Somewhere in Spain. Возможно, у меня будет домик где-то в Испании. I may have a house somewhere in Spain. То есть, видите, may have означает, возможно, я там буду иметь, если дословно. Но это первое значение. На самом деле, may have, у may have другое основное значение. Смотрите, мы говорим, I may have a good job. У меня, возможно, будет хорошая работа. I may have a house somewhere in Spain. Мы говорим про будущее время. А как сказать, возможно, там что-то произошло в прошедшем времени? Вот смотрите, чтобы сказать, возможно, что-то произошло в прошедшем времени, мы должны использовать следующую конструкцию. May have. И третья форма глагола, которая называется past participle. Это, возможно, произошло вчера, как мы с вами скажем. Соответственно, речь идет про вчера, про прошедшее время. Соответственно, мы должны сказать it may, и по нашей схеме it may have happened. It may have happened yesterday. Это, возможно, произошло вчера. It may have happened yesterday. Далее. Возможно, она вернулась. She. Дальше, may, have, никаких has, только have, she may have. И третья форма от come, такая же, came, come, came, come. She may have come back, she may have come back. То есть, a may have, основное значение, что мы говорим, возможно, в прошедшем времени. А также, в принципе, мы могли сказать и might have. Просто might have употребляется более... является реже, might have, а также, в принципе, можно было сказать it might have happened yesterday. В принципе, это по смыслу одно и то же, означает маленькую вероятность. Или she might have come back, мы также это могли сказать. И здесь I may do it или I might do it. Просто, опять же, may мы используем на практике гораздо чаще. Давайте с вами еще раз проверим и повторим. So, I may do it or I might do it. I may come to the party. Maybe I'll do it. Maybe I'll come to the party. I may have a good job. I may have a house somewhere in Spain. May or might have plus past participle. It may have happened yesterday or it might have happened yesterday. She may have come back. Or we can say she might have come back.